Встречайте новых певцов. Микрофон в руки и вперед. Две песни. Раз. Меня зовут Залимхан. Вен, запомни, что я знаю. Я не знаю, но мы запомним. Нет, дело в том, что сначала у нас за три номера получается целую оперу. Он по этой Иуды, потом на той Иуды Кристофором, а потом... Все проспойли, давно. Включайте сначала Иуду. У меня я вот только детка снял, я его чат выглядел. О, у нас вообще Залимхан впервые выступает, поэтому ты не можешь. Давай, я тебе потом запишу. Здесь нагрузка такая идет не слабая. Спасибо. Конец отменья, мой разум. И я вижу теперь, что нас ждет. Ты развеял прах, тот миф, что нас вел, как слепых, за собой целый год. Чтоб ты послушал меня. Помнишь, я был правой твоей рукой всегда. Ты пожар губок сожжет. Они твердят, что ты пророк. Кто пройдет обман, и что тогда? Я же помню, как в начале борьбы ты для нас был судьбы. И поверь мне, что, как и прежде, я пленен тобой. Но с каждым днем твои слова чернита сужая молва. Я пою суден печален твой. Назарет так гордый сын, жил бы ты в известности, как отец твой получил горе кузна. Воздух чистый нам в лесу, ты бы счастлив был, Иисус, никому бы не сделал так, я бы не знал. Ты открой глаза, взгляни наконец, ты не видишь, что боли нам нет. Мы подвластны ему, разве мог ты забыть о том? Я толпою возмущен, вознесла тебя на трон. Конец наш ближе с каждым днем, с каждым днем. Прислушайся к советам моим, я за то, что тебе. Как
Не то, это мое.
Браво. Супер вообще. Будь все в моих руках.
Спасибо. Браво. Еще одна песня. Ярослав, тебе спасибо большое. И у нас песня «Самолеты». Спасибо огромное. Дело в том, что для Христа очень петь очень серьезно, очень, очень такая серьезная штука. Я всегда ему потанцовываю, мне вот врубайте самолеты. Но я ему, знаете, почему потанцовываю? Потому что это огромная нагрузка оперу почти петь. А у меня сейчас, да, прозвучит моя премьерная песня «Самолеты».